Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. Сегодня у нас видеообзор на вот такую шоколадку Alpen Gold, два шоколада, темный и белый шоколад. Такая вот в виде зебр она должна быть, в виде полосочек. Думаю, должна быть такая красивая, надеюсь. Поэтому я делаю, в принципе, на нее обзор, чтобы узнать, внутри она такая же красивая или нет. Это мне очень интересно. Здесь, посмотрите, прям такие полосочки очень красивые. Здесь вот тоже вот. Так, здесь у нас 90 грамм. Фотографии на все это будет в конце ролика. И также что тут. Также будет там фотография на состав. Все это сможете прочитать, прежде чем купить. И давайте будем смотреть. Давайте так. Напишите сейчас в комментариях. Кто считает, что будут красивые полосы, напишите красивые. А кто считает, что будут некрасивые полосы, пишите некрасивые. Посмотрим, сколько вас человек, которые так думают. Может быть, уже кто-то пробовал. Если кто-то пробовал, напишите обязательно свой комментарий. Какая была шоколадка у вас, были красивые полосы или некрасивые. Понравилась она вам, не понравилась, потому что... Ее будут смотреть другие люди, и другим людям важно знать комментарии не только от меня, а от других людей тоже. Вот, давайте пишите, я немножечко подожду, пока я немножечко начну разворачивать. Чуть-чуть я тут подцеплю и жду. Пишите, пишите, мне будет очень интересно, мне будет очень приятно, что вы мне пишете комментарий. Мне очень нравится читать ваши комментарии. Я думаю, вы, наверное, там написали. Давайте открывать. В любом случае, кто не успел, нажмите кнопочку «Стоп» и напишите обязательно. Красивые полосы или некрасивые? Вообще они там есть, может, их вообще и нету даже. Смотрите. Вау, смотрите, какой шедевр. Смотрите, какая она красивая. Блин, смотрите, как классно. Честно говоря, мне хочется ее просто не кушать, а просто повесить на стену. Вот эта вот полосочка, проходящая посерединке, начинается она большая, смотрите, а потом меньше, 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 меньше. И вот тут вот уже куда-то, как будто она сливается там куда-то. Очень красиво смотрится, просто, просто бесподобно. И ощущение вот здесь вот 3D, как будто вот она вот тут вот лежит. Классно. Действительно, прям шедевр. И давайте ее посмотрим, перевернем. Я думаю, что там точно так же красиво. Блин, как классно. Она такая же красивая. Немножечко отличается, но красиво. Здесь маленькие полосы. Видимо, там стояла, наверное, штучка, где сразу вот идет белый шоколад, темный, белый, темный, белый, темный. То есть сразу тремя. Я думала, может быть, два фитилька, и просто они вот... как-то вот так вот поливали. Нет, здесь прямо это они вместе идут. И, видимо, вот как-нибудь вот так поливали, а потом... А, ну, с этой стороны как раз начинали, да, поливать. Вот он, начало. Вот он, начало идет. Тут начало. И тут начало. А с той стороны просто, может быть, пригладили. Хотя нет, не пригладили. Просто налили сколько положено. Вот, очень красивый, но с той стороны мне больше понравилось. Здесь как-то они вот крупные, эти полосочки. А здесь они мелкие. Такую шоколадку не стыдно подарить. Именно не стыдно. То есть, мне кажется, любой человек откроет, он будет просто восторжен, что такие шоколадки вообще бывают, существуют. Вот. И особенно вот эта вот полосочка, не знаю, напишите в комментариях, у вас тоже такая же полосочка, есть она, нет ее, как ваша шоколадка интересно выглядит. Очень она прям пахнет так аппетитно. И давайте ее будем пробовать.
Так, здесь у нас совсем другое ощущение, как будто сверху просто ее прессовали, покрасили, а внутри остался шоколад. То есть, в принципе, вот здесь пролетала линия белого шоколада, но внутри ее не видно. Видимо, может быть, была плитка шоколада, наверное, нанесли вот этот рисунок, потом положили плитку шоколада и сверху еще чуть-чуть нанесли. Наверное, это даже делалось так, я подозреваю. Хотя нет, тут видно вот мелкие полосочки. А здесь прям вот не видно. С этой стороны тоже видно. Очень красивый шедевр. Вот тут тоже. Хотя нет, ее заливали, да. Вот тут тоже все видно. Очень красивая. Я просто в восторге. И давайте ее попробуем. Поближе поднесу. Сфокусирует. Ну, в принципе, вот чуть-чуть видно прям полосочки. В конце ролика будет фотография. Посмотрите. Очень красиво. Она очень вкусная. Немножко жестковатая, то есть не мягенькая. Ощущаются и белый шоколад, ну прям белый шоколад ощущается. И темный все вместе. Это очень вкусно. Немножечко приторно-сладкое. Немножко совсем. Послевкусие белого шоколада. Ну, мне понравилось, прям очень вкусное. Такое можно подарить. И, блин, честно говоря, я бы повесила ее на стену. Я просто в восторге, что может получиться такой шоколад, такой красивый. Жалко, что она не провисит на стене долго. Так очень красиво. И тут прям у нее плиточки такие. Здесь вот немножко сбоку срезано. Тут тоже срезана такая. Она прям блестят они вот тут вот так красиво довольно. Давайте еще там дальше посмотрим. А, ну да, вот они полосы все. Они очень-очень маленькие. Их просто незаметно. Поэтому я подумала, что, наверное, плитку шоколада кладут и обмазывают ее. Ее очень жалко есть. Ее есть совсем не хочется. Хочется на ней просто сидеть, любоваться и просто эти вот линии рассматривать. А рассматриваешь каждый раз, видишь здесь что-то новое, находишь какую-то полосочку. Вот сверху здесь еще не очень. А вот с задней стороны вот здесь вот прям вообще. И видно, как будто вот она плевали, какая-то, знаете, создается некая 3D-картинка. То есть не просто сверху, а вот она идет большая, меньше, 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 меньше. И уходит там малюсенькая. Там поверх всего этого очень красивая. Наверное, обязательно я куплю шоколадку еще одну такую же. И потом сравню фотографии. Я думаю, что там получается другая фото. Другая, вернее, картиночка. Что-то сделано по-другому. Напишите обязательно в комментариях, кто ее уже попробовал. Какие у вас вот здесь вот рисуночки. Какая сторона красивее всего. Какая вам понравилась. Задняя или передняя. Или может у вас наоборот это задняя считается. Вот здесь прям смотришь какие-то всякие. Здесь вот как мороженое делают. Шоколад белый и темный вместе. Очень красивое. Рекомендую, прям вот так вот, рекомендую, очень понравилось. И на вкус, и на цвет, и на вид, она восхитительна просто. Вот. А цену я вам не скажу, потому что мне ее подарили, и не зря подарили. Вот, всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, обязательно пишите комментарии. Вот, именно хотя бы под этой шоколадкой. Вот, также смотрите другие ролики, влоги, как мы с сынком отдыхаем, как мы с ним живем, как мы с ним гуляем, моему сыночку год и 10. Также кулинарные рецепты, вернее, видео кулинарные.
Вот, видеообзоры разные. Также можете написать в комментариях, чего не хватает на моем канале, что бы вы хотели видеть. Я обязательно рассмотрю, подумаю. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.